Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре новая гоночная игра под названием NASCAR Rush. Игра, ребята, вышла совсем недавно, сейчас на данный момент всего лишь 500 скачиваний, но потихонечку, в принципе, игра набирает популярность. Здесь, ребята, в главном меню практически нету ничего интересного, а самое главное, это как бы миссии, где мы играем. Также, ребята, в настройках я уже себе поставил графику максимальную, ну и также можно, в принципе, изменить управление. Либо же, ребята, просто нажатие, либо же, ребята, в принципе, свайп. У меня стоит нажатие, потому что это как бы в одно касание, очень легко. Ну что, ребята, начинаем играть, нажимаем на миссии, нажимаем на старт, и сейчас мы, в принципе, погоним, да, в этой, ребята, чудесной, красочной игре под названием NASCAR Rush. Ну что, игра, ребята, загружается, и сейчас мы, в принципе, будем играть. Так, это, получается, ребята, наши соперники. Так, супер, нажимаем, ребята, на экран, и погнали. А где мы? А сейчас мы, в принципе, появимся. Вот, здесь, ребята, идет упорная гонка, мы уже, в принципе, просто нажатием на экран вправо, либо же, ребята, влево, просто-напросто обгоняем следующие, в принципе, машины. Это, ребята, очень просто, это очень легко и очень, ребята, в принципе, круто. Но, как видите, я поврезался, и я, как бы, ребята, проиграл. Но сейчас, я думаю, мы повторим. И более-менее хорошо, чем, в принципе, сейчас. Так, нажимаем, ребята, еще раз на старт. И сейчас снова же погоним, только уже более-менее хорошо. Не как предыдущая, в принципе, гоночка у нас получилась. Так, ну что, опять же наши соперники, опять же гоночка. Как же это все-таки круто выглядит. Нажимаем, ребята, на экран. В данном случае сейчас я нажимаю влево. Справа, получается. Просто-напросто обгоняем, получается, ребята, следующие машины. И все. Можете, в принципе, поставить, ребята, управление свайп, если вам, в принципе, удобно будет. Но пока что мне более-менее удобнее, в принципе, нажатием на экран. Как бы, знаете, в одно касание. Так, ребята, ну что, пока что у нас идет все хорошо. Обгоняем машины. Ё-моё, сейчас врежемся. Да, ребята, мы врезались, потому что там вообще без вариантов, что мне надо было, в принципе, делать. И поэтому произошла авария. Ну, а игрушка, в принципе, очень крутая, которая была сделана в вертикальном положении. То, что, в принципе, плохо, это то, что здесь английский язык только, и все. Это очень, в принципе, печально, потому что здесь очень много текстов и тому, в принципе, подобное. Ну что, ребята, ссылка будет в описании. Также попрошу вас поставить лайк и подписаться на канал. Ну, на этом все. Всем спасибо за просмотр. До скорой встречи. Пока.